Ну что ж, а мы теперь продолжаем ухаживать за нашими ногами. Что же мы делаем? Когда у нас выходит вена крепит. У нас, во-первых, компрессионное белье, оно настолько неудобное. Его так неудобно одевать, сама точно знаю, потому что оно я с этим сталкиваюсь. Оно постоянно рвется, его нужно заново покупать. Да, очень во-первых, стоит очень дорого, действительно очень дорого. Это постоянно надо снимать, стирать, то есть это куча проблем. Потом для того, чтобы у нас не вылазили вены, для того, чтобы разжижать кровь, мы пьем всевозможные лекарства, которые зачастую наносят вред нашему желудочно-кишечному тракту. Да, печени в том числе. И селезенки и так далее. Ну и, конечно же, если даже это все не помогает, у нас остается только одно единственное, это идти к хирургу и делать склерозирование вен. То есть это делать уколы в каждую вену, но это не панацея того, потому что это не факт, то, что у вас потом обратно все это не появится. Зачастую я точно знаю много таких случаев, что когда обратно вену склеиваем, да, на другие вены возрастает нагрузка, и они также начинают выходить из строя. Мы предлагаем вам решение. Мы предлагаем вам... Не переплачивать. А вот я даже сейчас хочу сказать, что вот это все мы сейчас соберем. Нам это все не надо, вот так все выбросим. Не надо, не хотим мы это все. Мы хотим удобный, комфортный, доступный способ позаботиться о своих венах. А я знаю, что в возрасте от 30 лет проблема с венами коснется каждого. Надя, ты уже не в том веке живешь. Сейчас эта проблема касается гораздо больше. В тот момент, когда мы уже... Даже девушек, которые уже беременные, то есть, представляете, вот сколько, это же лишний вес, это нагрузка на ноги, и у них уже начинаются проблемы с венами. Это, извините, уже не 30, это и гораздо раньше начинается. Да, я с тобой согласна. Ну а что же делать? У нас спешит на помощь специальное средство от варикоза, Варикоза, да. Я хочу немножечко сказать, что же такое варикоз. Варикоз – это когда у нас идет, по кругу вен, и застой у нас начинается. Это даже, знаете, когда у нас... Сейчас я прям на Наде буду показывать. Ну, вот клапаны, вот смотрите, клапаны, они перестают смыкаться, и кровь уже наверх не поступает. Она начинает скапливаться внизу, застаивается внизу. И первый признак, это когда у нас начинает отекать к вечеру Подождите, ноги. То есть если у вас еще даже нет вылезших вен, но вы чувствуете к вечеру отечность и тяжесть, это уже это считается венозной недостаточностью. Да. Я была у недавно Надя, ты знаю, права. Отлично. Вот таким вот делаем макаром. Вот так вот небольшое количество начинаем наносить. Сразу говорю, обязательно. Многие вот как вот делают, там, если у меня здесь, например, вена, здесь начинают мазать. Нет, надо мазать полностью снизу самого. Ага, комплексно, мы прям наверх, да? Комплекс, да. И, кстати, насчет комплекса, 2 раза в день действительно курс надо пройти лечение. Он занимает 6 недель, то есть в течение 6 недель. А сколько раз в день? Два раза в день, вот, утром и вечером. Потому что ты говоришь 2 раза, я хочу парировать нашим телезрителям. 2 раза в день, но у вас 2 тюбика за 999 рублей. Начните знакомство с нашим телеканалом с самого популярного, пожалуй, наверное, средства по защите своего здоровья. Это средство, которое помогает нам укрепить вены, избежать такой особенности, как варикозное расширение вен. Вы можете это сделать сегодня очень просто, заказывая 2 упаковки по цене 999 рублей. Итак, мы боремся с началом варикоза. С варикозом. И хочу сразу сказать, Надя, о составе. Посмотри, какой потрясающий состав. И ментол, и хмель, и уксус яблочный. Уксус, я слышала, что уксус, оказывается, наносят. Да, есть чтобы сеточку убрать. Да, ромашка, розмарин, конский средство. Каштан, про который сейчас чуть попозже скажу, и гамомелис и тимьян. Вот что такое конский каштан? Между прочим, это подагровое дерево. И его полезных свойств узнали еще наши проящуры. И он имеет эффект именно компрессионного белья. Ведь в самом начале я выкинула его. Да. Потому что венокрепином мы заменили именно компрессионное белье. Смотрите, когда приходишь на прием к флебологу, он назначает вам компрессионную терапию. То есть носить специальные чулки или колготки. Второе, он назначает вам таблетки принимать внутрь для разжижения крови. Ну а в самых запущенных случаях вам предлагают сделать укол. Но мы хотим, чтобы вы избежали этих ненужных трат. И еще раз, Натали, расскажите, кто только что подключился, с чем мы боремся и как? Мы сейчас боремся конкретно с варикозной болезнью наших ножек. Ведь это не только отсутствие нашей красоты, да? То есть многие говорят, думают, о, господи, венка, ну и бог мы с ней. Нет, на самом деле это действительно уже вред нашему здоровью. Ведь варикоз приводит к таким страшным явлениям, как атрофическая язва на наших ногах. То есть это изменение цвета, вот, кстати, это все заканчивается тем. Да, вот мужчинам сейчас хочу обратиться. Женщины боятся варикоза, потому что он эстетически непривлекателен. Женщина увидела синюю венку, она сразу хочет что-то сделать. Она это борется. А мужчина, ну и пусть, да? И потом запускают до таких
случаев, когда уже приходится просто работать с язвами, связанными. Там действительно серьезные последствия, вот. Очень серьезные. Вы наверняка знаете проблемы вашего супруга, поэтому, возможно, вам обоим нужно позаботиться о своем здоровье. Это дело не только в красоте. Нет, это не только в красоте. Это самое главное, это в здоровье. Мы не забываем, что варикоз это именно то, что у нас кровь, от той крови у нас не идет в том нужном ключе, который необходим. Да, но объясните, смотрите, мы с вами стоим на ногах. На ногах. У нас кровь, да, у нас кровь поступает вниз. Это все нормально. Идет гравитация, она уходит вниз. Наверх ей надо как-то подняться. Для того, чтобы подняться, идет толчок сердца, поднимает кровь наверх. Она, вот видите, клапан открывается, она проходит наверх, идет дальше и дальше и дальше. И вот так как вот происходит по ступенечкам. Так. Но у нас начинаются венки ослабевать, у нас капилляры ослабевают. И вот этот клапан у нас, к сожалению, вот так уже плотно и стенки вены уже прикасается. И когда он у нас не закрывается до конца, и в результате у нас получается вот такие вот сначала вот сеточка, вот отеки, да. Конечно. Самые начальные проявления, это, кстати, сеточки. Пусть вас не вводит в заблуждение, что они безобидны, это не так. Просто вам организм сигнализирует, что Правильно. Не все в порядке. Да. А мы с вами не прислушиваемся. Давайте посмотрим на цену 999 рублей за две упаковки. Это не только женская проблема, но и даже для мужчин в большей мере, потому что они как косметический дефект варикоз не воспринимают, а уже когда слишком поздно, вот тогда хватаемся за голову. Подумайте сейчас о себе, подумайте о своем партнере. Угу. Ну и, конечно же, еще раз хочу сказать, что все-таки это алтайская продукция, это наш российский производитель, и весь состав полностью экологически чистый. Угу. Вы знаете, кстати, в Алтае шикарная идет энергетика, и вот эта энергетика сейчас присутствует вот в этом вот у нас тюбике. Да, кстати. И насыщает наш организм именно вот этой силой. Не нужно ехать в заповедник, можно, находясь у себя дома, получить эксклюзивную 100% гарантию выздоровления.